В Сургутском районе усилят не только меры контроля за соблюдением требований безопасности здоровья. Муниципалитет намерен сплотиться в борьбе с новой ковидной волной. Власти Сургутского района выделили медицинским учреждениям дополнительный транспорт. Его получат больницы, которые в эти дни не могут самостоятельно обеспечить необходимое число выездов врачей на дом. Поддержали такое решение муниципальные предприятия и нефтяники. Администрация Сургутского района выделила 2 автомобиля, а муниципальные учреждения, такие как УТВИФ и СРС, по 1 автомобилю. Также в поселениях, в Ленторе проводится работа администрации, и ПАО «Сургутнефтегаз» выделил транспорт для доставки медицинских сотрудников. И Федоровский, в поселке Федоровский также. Ну и также хочу сказать, и Ультиагун, и Рускинский идут на встречу в случае необходимости. Все необходимое будет выделено.